Русскому квасу зеленый свет, а пиву и водки наши дружные нет. В Нерюнгре прошла антиалкогольная акция для подростков. Организаторы мероприятия рассказали им об истории праздника трезвости, ведь дата эта была выбрана не случайно. В этот день православные христиане отмечают день усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи, во время которого следует соблюдать строгий пост. Ребята с интересом выслушали отца Андрея, который рассказал о вреде алкоголизма и об обете трезвости. В качестве альтернативы алкогольным напиткам был предложен русский напиток квас, об истории и пользе которого была подготовлена интересная выставка. Молодежь – это наше будущее. Им поднимать и строить нашу Россию. Ну, а как строить новую Россию? Изначально надо правильно собственную жизнь построить. И, конечно же, алкоголь – это первый враг. Алкоголь, наркотики и леность.